Городской репортаж. Глава городского округа железнодорожный Евгений Жирков посетил строительство социально значимых объектов в микрорайоне «Центр-2» на улице Струва. Детский сад, который возводится за счет средств инвестора-застройщика, и школу, строительство которой осуществляется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Занимались тем, что поднимали грунт, мешались песку, да, ходили там ледяные глыбы, потому что вертикалку делали не тот подрядчик, который детский сад, а другой наш подрядчик. Фактически все переделывали. Выполняли двойную работу, а вот сушить грунт, который внизу мерзло очень тяжело. Поднимали буквально полтора метра, занимались подрядчики. Ну, сейчас тут благоустройство группы делаются, пневые навесы. Мы планируем на этой неделе завершить все дороги по детскому саду полностью, да? За месяц вы справитесь, реально. С расстановкой оборудования, с его монтажом. Согласен. С постоянкой по электрике. Ну и, наверное, с той мебелью, которую для детишек уже приготовили. Да, все уже заказано. В принципе, по объекту все проблемы, которые были решены, сейчас вопрос только в работе. В работе, в темпах, в качестве. Подробнее о том, на каких этапах строительства находятся эти учреждения, нам рассказал инженер технического надзора службы заказчика компании «Аврора» Андрей Трифонов. Детский сад у нас на 220 мест. Значит, практическая готовность 95%. Реально, кажется, ну реально, через месяц он будет готов к приему детей. В принципе, он как бы типовой, но с небольшими изменениями. То есть со встроенным пищеблоком. Есть спортзал, есть актовый зал. Ну и группа, соответственно. Значит, школа у нас на 775 мест. В принципе, она типовая. Но согласно там новых требований, кажется, количество учащихся уменьшено. Вот. Реально сдача ее конец декабря. Спортивное ядро школы, да, есть большое, хорошее, серьезное. То есть вот здесь сейчас бытовой городок, то есть там и стадион есть, и беговые площадки. Различные там турники, представления, то есть это есть. Два спортзала, актовый зал. Нормальная, хорошая школа. Готовность сейчас, ну, процентов на 70. То есть кровля выполнена, стяжки, блоки БВ, тут блок учебный, который выполнены. Блок А активно сейчас заливается, идет монтаж технологического оборудования. То есть все коммуникации глубокого заложения, все подведены в школе, кроме вводов, естественно, в саму школу. То есть нужно за месяц ближайший отвертикалить ее, приступить к сезонным работам по устройству школы, по устройству спортивного ядра. Вот. И на реальную чистовую отделку выходить в сентябре. То есть теплосеть в нее тоже вошла. Так что проблем особых по инженерии здесь нет. Вера Безгина, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город железнодорожный. Городской репортаж.